Украина получила мандат в Совете ООН по правам человека. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил Сергей Кислица, заместитель министра иностранных дел Украины. Дипломат подчеркнул, теперь у Киева появилась еще одна площадка, чтобы отстаивать права человека не только в мире, но и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Участников Совета путем тайного голосования выбрала Генеральная Ассамблея ООН на период с 2018 по 2020 годы.